Всем доброго времени суток. Первый выход. Сезон 2020. Ну, приперся я на речку, и что? Что делать буду? Взял тропарку. Кое-что тут из наживок, из насадок. Ну, сейчас мотыля от Беркли прицеплю. Раз-два закину, душу отведу. И назад пойду. А что делать-то? Я не знаю, что здесь можно ловить. Ну, может, дальше по речке там пройду маленько. Первый заброс сезона 2020. Ужас. Но где рыба? Есть рыбы, нет. Одни коряги. О, что-то уже какую-то палку поймал. Пойду отцепляться. Так обычно у нас сезоны и открываются. Здесь тоже еще бросать некуда. Воды еще много, течение большое. Здесь не с мормышкой надо. Сейчас, может, закину еще раза два. Надо же как-то обновиться, мормышечку оторвать. Он полграмма мормышка только закинул уже там. Ну хоть душу отведу на природе. Со спиннингом. А так хорошо. Собаки лают. Поросята визжат. Народ ругается матом где-то в огородах. Красота. Пойду дальше пройду, посмотрю. Может, там чего? Сегодня выложил фотографии, что сапоги купил. Товарищ у меня один спрашивает. Не будем тыкать пальцами. Стас, ты, говорит, зачем зимние сапоги купил? Зима-то кончилась. Ну, где кончилась? У кого? У нас тоже кончится скоро. В июне. О, что тут вообще? Ужас, летящий на крыльях ночи. Дофига еще воды. Ну ладно, прогуляюсь хоть. Не будет сегодня щук по 3 килограмма. Ну ладно. Обычно на этой речке сезон открываю. Щучка, окунь, всякие там непонятные прочие сикарашки, типа ельчиков, уклеек. Ну, сегодня что-то как-то рановато. Вышел чисто на разведку. Спиннинг. Тут три баночки с какими-то тут приманками. И все. Сейчас вот здесь буду щуку ловить. Как мне мечталось всю долгую зиму. На самом деле все просто. Пришел и болт. Ну, место здесь вроде это. Сейчас посмотрим. Репейчик надо этот отсюда убрать. Потому как он тут нафиг не нужен. Что-то не хочет никто
никакой подлый рыб клевать. Но все равно он на рыбалке был. Погода, наверное, не та. Луна там, что еще, давление. Попробуем сейчас приманочку поменять. Сейчас поставим вот такого червячка. Он у нас весь такой от Беркли, Гулпалаев. Весь такой должен быть. Пипец какой съедобный. От натурального не отличишь. Караси, говорят. Ну, посмотрим. Ну, блин. Все, навык потерян. Не могу червяка одеть. Ну, пока такого большого оставлю. Потом, может, поменьше сделаю. Не хочет подлый рыб клевать. Почему-то. Даже окуньков мелких что-то нету. Сейчас дальше пройду туда, там посмотрю. Пробуем другого червячка. Вот такой вот он. Это не Алаев, просто Губ. Тоже от Беркли. Ну что-то как-то... Вообще никто не хочет клевать. Американцы, посмотришь, ловят вообще как просто надел, закинул с поплавком и сидит. Ловит там форели. А у нас что-то как-то не хочет наш рыб. Так, ладно, пойду дальше пройду. Посмотрю, что у нас там творится. Сегодня рыбы не будет. Рано еще. Ну, хоть... Зуд снять спиннинговый. Воды еще много. Надеюсь, думаю, через недельку, через две уже должна рыбалка нормальная начаться. Посмотрим. Главное начать. О, тут еще какие половодья-то у нас. Да, рановато. Какая тут к черту рыбалка. Так, баловство. Сейчас. Тут кидану. Ого, берег как обвалился, где я обычно сидел-то. Не, мормышку сносит сразу. Сейчас пойду еще там попробую. Сильное течение. Тут либо микрухой надо грамма так 2-3 пробовать. Может, щучка какая. А это так, с мормышкой баловство еще. Сейчас тут еще попробую, покидаю. Ну, там же досочку тут положил. Рыбачит, что ли? Или такие же, как я. О, вода в речке еще мутная какая. Но тут одни коряги.
под берегом. Но здесь надо грузик побольше и дропшотом. Попробуем притопить. Мне здесь мормышку надо тяжелее. Вот и первый зацеп, вот и первый трофей. Что там такое у нас? О, еще не оторвал, что ли? Чудеса. Точно не оторвал. Так, ну-ка отсюда попробую, чтоб, может, здесь утонет. Нет, навряд ли. Все как обычно. Отцепился, но червячка сожрали. Подлые ветки. Мормышку разогнул чуть-чуть крючок. Ладно, что, попробуем сейчас еще отмаракю червячка. Так, ради спортивного интереса, но пойду в обратную сторону. Какого взять-то? Возьму зелененького. Блин, одну руку еще фиг оторвешь. Сейчас прям целиком нацеплю. Баночки в карманчике. Это те червячки, которые персиками пахнут. Они тоненькие такие. Посмотрим. О, прям целиком сейчас одену. Выдавливает мормышку наверх. Течение. Ладно, пойду там еще на том омуточке покидаю маленько. И будем считать, что открытие сезона состоялось. Без рыбы, правда. Ну и пофиг.
вышел, отдохнул, погулял, что еще надо. После зимы-то первая рыбалка. Местечки-то здесь хорошие, но дофига еще воды. Завтра попробую на другую речку съездить. Посмотрим, может там какой-никакой щук очухался. Рыба клевать не хочет, поэтому немножко бла-бла. Так, что я взял на первую рыбалку и почему? Первое, это тропара, 0,83 грамма. Почему тропара? Потому что уже проверена временем, надежная. И я с ней, можно сказать, уже сросся. Катушка Mitchell Mag Premier 1000 ФД, тоже уже ветеран. Леска здесь намотана у меня именно вот на первые рыбалки, потому что очень много обрывов и хорошую леску жалко тратить. Здесь атаквы, хотя прошлый сезон практически весь ее отловил. И ничего, нормально. От маракуйи. С собой у меня сегодня коробушка с мормышками. Вот такая вот. Мотыль Беркли, безотказная, скажем так, насадка, но меня всегда выручает. Сегодня молчит, ну сегодня все молчит. Затем взял от Беркли двух вот таких червячков. Это вот Gulp Alive, которые совсем живые, но это закос под живых. Что они из себя представляют? Я, в принципе, обзор снимал уже. Это вот такие вот червячки, ростом 5 сантиметров. А эти вот в аттрактанте беленькие такие. Ну не беленькие, какие-то светло-розовые такие, не пойми чего. И еще на попробовать. У меня здесь червяки от маракуйя, которые из биоразлагаемого материала. Они тоже вот в аттрактанте. Ну, в принципе, 2 месяца полежали. Здесь они вот разных цветов, 3 цветов. Ничего не покрасились, ничего не, с ними не произошло. Пахнет здорово. Какими-то то ли персиками, то ли абрикосами. Вот такой наборчик. Больше ничего не брал. Немножко зуд снял. Ну, теперь, в принципе, первый выход прошел. Сейчас еще недельки полторы-две. Думаю, нормальная рыбалка уже начнется. Воды еще много. Там в самой реке вода еще мутнющая. Снега вон еще сколько лежит. Вот такая какая-то рыбалочка непонятная. Ну, тем не менее, рыбалка. Тем не менее, вышел, свежим воздухом подышал. Ну, а как дальше будет, там уже будем посмотреть. Так что дальше рыбалки, думаю, будут. Думаю, будут интересные. Так что не забываем подписываться на канал. Лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. Ну и на этом, пожалуй, всем пока.